Сейчас я познакомлю вас с очень редким животным. Это заслончик. Разновидность сурка полевого. Почему именно заслончик? Дело в том, что эта скотиняка любит пиздить провиант у людей, отдыхающих на природе. Затем затыкает свою нору горбом и сидит, выжидает какое-то время, охраняет награбленное. Как думаете, почему именно сейчас он заткнул нору? Я вам сразу скажу, он потянул мою хавку. Протолкнуть руками эту животину не получится. Нужно дать ему хорошего пеноча и затем попытаться вытащить свою еду. Да ну, сука! Ёбаный горбыль, блядь! Ну-ка посмотрим, где моя хавка. Глубоко утащил. Вот она, пожалуйста. Тушёночка моя. Что я говорил? Спиздил, падла. Тушёнку. Вообще банка далеко.